Ну вот, свершилось чудо. Нивушка наконец-то работает. И работает она без подсоса. Вот он убран, все, до конца задвинут. Работает ровно, равномерно, тихенько, красиво. А вся проблема была, надо было всего лишь, нечего там было уже регулировать, менять ремкомплекты. Вот оно, вот оно. Вот они все мои мучения. Вот уже как девушки легкого поведения, уже бывалый. Все туда лезли, все ее насиловали. Нечего там уже регулировать. Это надо поставить на полочку где-нибудь. Вот здесь в гараже сделать вот такой вот постамент. И написать мучение 2016-2019. Ну, сейчас хоть можно на ней покататься, поездить.